Четырех медведей, вышедших в города, отстрелили на Камчатке за неделю. Трех хищников, представлявших опасность людям, охотовиды ликвидировали в Вилючинске. Еще одного косолапого отследили и убили в Петропавловске. Он бродил по северо-востоку. О появлении медведя рядом с жилыми домами сообщают все чаще. Так, на днях молодой зверь наведался в дачный сот автомобилист. Косолапый, искавший себе лакомство в мусорном баке, попал на камеры видеонаблюдения. Еще одного хищника заметили на улице Авачинская за рекой Половинка. Кроме того, медведи видели в густонаселенных жилых массивах Петропавловска, на улицах Владивостокская, Батарейная и Академика Королева, а также на стадионе «Спартак». Специалисты напоминают, в случае обнаружения медведей на окраинах населенных пунктов или в черте города, об этом нужно сообщить по номеру 112.